Вы знаете, конечно, нашим регионам нужно развитие. Когда я раньше приезжал в Сочи, я всегда расстраивался. И расстраиваюсь по поводу того, что насколько этот край может быть красивым, это место может быть красивым, чистым, ухоженным. То, конечно, это нас всегда заботило. Прекрасное место с хорошим климатом, с прекрасной природой. Я надеюсь, что эти деньги, которые вложены, хотя, может быть, вложено больше, чем хотелось, надеюсь, они пойдут на пользу. В конечном итоге это как-то окупится, если, опять-таки, приведут в порядок берега, если там решится вопрос с инфраструктурой, если больше, я извиняюсь за выражение, канализация не будет выливаться в море, ну и так далее и тому подобное. Вы знаете, с чем мы с этим совсем сталкивались. А так это прекраснейшее место, красивое. Это была мечта всегда в советское время получить путевку в Сочи. Это была мечта. Так что я надеюсь, что и для будущих поколений это будет тоже мечтой, потому что это будет на самом деле жемчужиной в нашем городом жемчужиной в нашей стране.